Мої вітання глядачам першого міського телеканалу. 19:30 в Україні. Це понеділок, означає, що в ефірі лайв-шоу на першому, найбільш невимушене вечірнє шоу Одеси. Мене звати Вадим Шпаченко. А мене Олександра Ченкова. Вітаю. Днями одеська команда з регбі «Кредо» провела свій останній матч в сезоні, тож ми сьогодні будемо говорити про регбі, чим він відрізняється від американського футболу, про правила, як він розвивається в Одесі. А поки пропоную подивитися, ми дізналися в одеситів, що вони взагалі знають про цей вид спорту. Дивимося. Чим регбі відрізняється від американського футболу? В чому різниця між спробою та реалізацією? Та чому, власне, м'яч такої незвичної форми? Дізнаємося просто зараз, що одесити знають про регбі. Що таке регбі? Ні. Американський футбол? Ні, я не сильно розбираюсь. Зміть, пожалуйста. А який м'яч там хоча б? Ну, американський футбол, регбі, він таким м'ячем незвичайним відомий. Мабуть, він округлий. Знаєте, що таке регбі? Американський футбол, знаю, регбі. Знаю. Що це? Ну, завіз, як є. Що-що? Групова гра. А чим вона, регбі і американський футбол, одне і те саме чи ні? Вони схожі, але... Там уніформа різна, а правила, в принципі, не дуже похожі. А не знаєте, в чому різниця? Ні, так досконально не знаю. А дивилися колись матчі регбі? Так. Да. Подобається цей вид спорту? Не дуже. А чому? Немножко грубоватий вид спорту. Знаєте, що таке регбі? Так, це вид спорту. Який? Там, де чоловіки бігають по полю. З чим бігають? З м'ячиком. З яким? Коричневим з білою полосою, полосою, да? Подобається вам цей вид спорту чи ні? Звичайно. Чим саме? Регбі? Так. В мене брат грав колись. Угу. Так. А чим подобається? Сказали, що подобається. Сила, міць, що там такого? Там гарні хлопці. І регбі. А, це... Американський футбол, що ли? Угу. А подобається вам цей вид спорту? А? Нравиться этот вид спорта? Не дуже. Він, звісно, мужественний, хороший вид спорту. Ну, я більше футбол люблю. Він приличніший, ніж американський. Угу. А чим от характерен американський футбол? От він слишком грубий, в чому? Ну, там все, звісно, преобладає грубая сила. То это їхнє, пускай грають, а ми в свій будемо. Тож такі пізнання в одеситів про регбі, а от детальніше про цей вид спорту поговоримо у студії лайв-шоу. Тож про регбі будемо сьогодні говорити. І до нас завітав Роман Коваленко, гравець регбійного клубу «Кредо 1963». Вітаємо, дякую, що прийшли до нас. Добрий вечір. Поряд ще один гравець регбійного клубу «Кредо 1963» Борис Бовсуновський. Вас вітаємо. Та головний тренер регбійного клубу Дмитро Федишин. Вітаємо вас. Добрий вечір. Тож, як ми бачимо, в Одесі не зовсім розуміють, що таке регбі, чим воно відрізняється від американського футболу. Тож, що ж таке все ж таке регбі? Регбі – це контактний вид спорту, ігровий, де є різниці регбі, регбі 7, регбі 15. В регбі 15 класичному грають 15 чоловік на 15, два тайма по 40 хвилин. В регбі 7 грають дві команди із 7 чоловік, два тайма по 7 хвилин. Так, ну про правила гри ще трошки пізніше поговоримо. Хочеться дізнатися, чи дійсно в Одесі він розвинений, цей вид спорту? Чи є, можливо, в нього шанувальники? Чи не пусті трибуни на іграх і так далі? Як з цим справи? Ну, ми стараємося привлекати зрителя на стадіони. Как правило, мы играем на выходных и довольно-таки неплохо собираемся. Играем в основном на стадионе «Спартак».
Зрителя, конечно, маловато, хотілося б побольше. Скільки приблизно? Мені просто цікаво. Скільки людей ходять подивитися на регбі? 100-200 чоловік. Угу. Це більше, ніж на Чорноморець зараз ходить. Тому дійсно, реально. Ні, ну хотілося б, щоб були тисячі. Конечно же, бывает такое, у нас такие события в Одессе, когда приходят и тысячи людей, когда игры сборной Украины международные проводятся, тогда, конечно, около 5000 приходит на стадион, но мне кажется, что и мы начнем гораздо лучше выступать, команда «Кредо-63», когда на стадионы придут тысячи людей, и будь кого мы тогда будем обыгрывать. У Харкові грають чемпіони України багаторічні, там більше глядачів збирається, так? Ну от в суботньому матчі мені показалось, що около 500... Півтисячі осіб. Так, да, прийшли підтримати свою команду в місті, і це при тому, що був дощ. Ну, це вже непогано, враховуючи погану погоду. А хто от шанувальники регбі, як вони виглядають? Це який типаж у шанувальника регбі в Одесі, розкажіть нам. Ну, мені кажется, що це приходять рідні, первоначально близькі люди цих спортсменів, потім близькі друзі, студенти, школьники вже приходять на стадіон, смотрять, як цей вид спорту розвивається, тому що зараз большую популярность набирает такой проект, как «Регби-5». В Одессе большую часть детей в этом проекте задействованы. Около 80 школ в этом проекте. Это фундамент нашего одесского регби. Потом, мне кажется, идет детское регби. Это в детских юношеских школах. Студентов очень много у нас. Ну, приблизительно этот контингент и является нашим сейчас. І все ж таки, дуже багато людей не відрізняють регбі від американського футболу. Це різні види спорту. Розкажіть нам, будь ласка, в чому різниця коротко? Регбі від американського футболу чим відрізняється? Так. Ну, в основному, це дві абсолютно різні гри. Да, вони контактні. У них різна екіпіровка у цих спортсменів, різні правила, різні м'ячі. А чим відрізняється? Десь жорсткіше? Більше екіпіровки, менше? Борис. В нашому спорті, в регбі, взагалі уйма правил, і половина з них направлена на безпечність ігрока. Тому що, якщо ви бачили матчі, на наших матчах по защиті, хтось грає без защити, хтось грає максимум в м'яких шлемах, либо такой же типаж защиты на плечи. В американском футболе намного ярче выражен этот аспект, хотя бы по одному важному моменту. Они могут играть против игрока без мяча. В регби вы можете атаковать только игрока с мячом, и то не выше плечей. Опять же, без бросков, не зарывая его в землю. То есть этот момент правилами ограничен очень достаточно жестко. Второй показательный момент. В американском футболе игроки мяч бросают вперед, у нас руками только назад. Вперед не можно. Только руками, только назад. Вперед можно ногой, но это уже второй момент. Отдельный прием. Да. И динамика игры. В регби есть очень такое приятное правило, которое называется преимуществом. Если команда соперника нарушила, но мяч у команды не нарушившей, они могут продолжать играть. В американском футболе очень много остановок. Матч состоит, по-моему, из 4 таймов по 15 минут в американском футболе, и они постоянно начинают играть заново. Мяч упал на землю, остановка. Вот динамика тоже в регби чуть-чуть повыше. Тобто регби більш динамічний і безпечніший. Намного безопаснее. Знаете, я добавлю, вот Борис по поводу динамики заговорил. Матч в американском футболе может затянуться на несколько часов. Мы интересуемся также и остальными другими видами спорта, и ради себя было интересно узнать об этом американском футболе. Реально вам говорю, можно брать подушку, одеяло и 4 часа спокойно поспать. Да, никакого серьезного момента вы не пропустите в этот период сна. Отже, дивіться, регбі, воно динамічніше та цікавіше. Окей, давайте такі, є спроби
є реалізації, вони відрізняються. Теж ніхто не розуміє, ну, з людей, які не цікавляться регбі, не розумію, чують там. В чому різниця? Як набираються очки, ну, як взагалі, да? Нужна ціль команди – занести м'яч за лінію ворот. За это вы получаете 5 очков. Также вы можете забить штрафной, если вам, ну, судья назначил вашей команде с той точки, где произошло нарушение. За это вы можете заработать 3 очка. И после того, как произошел занос, судья отводит на линию положенного мяча, можно забить и заработать еще 2 очка. То есть... За одну попытку можно заработать 7 очков, либо 5. За штрафной либо 3 очка, либо можно побороться и заработать больше 5 очков. Дроп-гол еще у нас же есть. Дроп-гол. Это в открытой игре можно ударить по воротам. С отскоком. С отскока мяча, да. Если попадаем в проекцию ворот, то также верхняя. Плюс 3 очка. Регбі 15, регбі 7, регбі 5. Оця цифра на кінці, вона говорить про те, скільки гравців у команді. Да. Но регби... Кредо грає у регбі 15? Чи і регбі 7? Регбі 5 – це безконтактний вид спорту для дітей, школьників, які їхня ціль точно так же положити м'яч за лінію, але без контакту вам потрібно здернути ленточку, з того моменту спортсмен остановиться, і м'яч буде розігран, где его остановили. Как бы. Кредо играет в регби 15 и в регби 7. Да. В суперлиге как по регби 7, так и по регби 15. Тактики існують різні, мабуть, схеми теж існують різні. У яку схему грає Кредо? Давайте намалюємо, як розташовуються гравці на полі. Уявімо, що наш... В регби 15 или в регби 7? Давайте половину поля у нас буде регбі 15, а половина регбі 7. Ми візьмемо елементарну тактику, ну, мабуть, атаки, просто атаки. От якщо це центр поля, да, от наші ігроки будуть виглядати, ну, по-разному, да, там, второе, кто-то третье, круглый, там, кто-то, ну, квадратный. Да, ну по-разному, все игроки разные. У нас есть как и маленького телосложения скоростные игроки, так и большие. Ну не знаю, ну вот... И высокие, и толстые. Высокие, толстые, да. И там. Худые. Возьмем таких игроков, но вот мы находимся в центре поля. Это же толерантный вид спорта, может играть и усиленно. Да, и квадратнее, и круглый. Да, но при этом должно быть точно так же соперники, и вся тактика исходит, как стоит соперник. Как на поле распределил свою линию защиты соперник. Элементарно мы можем атаковать, например, как в одной стороне поля, так и в другой стороне поля. Но цель нашей атаки заключается, чтобы поближе стянуть игроков к раку и пошире сыграть своими скоростными игроками. Ну, такая тактика на данный момент в Кредо. У нас есть мощные игроки, которые пробивают линию. И за счет этой динамики, когда мы быстро достаем мяч, мы пытаемся побыстрее вывести мяч на скоростных наших игроков. Не всегда она срабатывает, правда, но мы ее точно придерживаемся. Абсолютно простая, мне кажется, наша тактика исходит в том, что наши спортсмены, как-то сказать, имеют преимущество физическое. Там. Больше они подготовлены в силовой манере, в скоростной. И техничнее мы тоже, да, себе комплимент можно сделать? Конечно, конечно. Мне. Окей. Ну, здається, зрозуміло. Саша, ти зрозуміла щось? Нічого тут не зрозуміло, тому що це все написано таке. Окей, наступне запитання. Ви прийшли з м'ячем. Да. Є якісь правила, як його потрібно тримати? Я просто граю у футбол, і руки, і м'яч – це взагалі не для мене. Можете мені показати, як правильно? Що, вас на ворота не ставить? Давайте без воріт сьогодні. Давайте, прошу. Давайте ось тут. Да. Совершенно верно. Держите мяч. Чтобы споймать мяч, нужно протянуть руки к партнеру, которому будет адресован мяч. Нет, мяч нужно держать ладонями открытыми, и пас отдается снизу вверх. Ось так. Да. Протягивайте руки. Отлично. Да, это была передача. Единственное, она должна исходить вниз.
Все, теперь, все, Вадик, чтобы адресовать мне, вы должны стоять впереди меня, а я сзади. Да. Ну, я вижу, либо я на линии, да, да. Все. Точно так же. Я вже майже регбіст, чи ще ні? Потрібно багато тренуватися. Але все ж таки, чому м'яч такої форми? Поясніть мені хтось. Як дівчата там казали, на пирожок похоже. Можна як би історичну справку таку небольшу дати. Да? Ми всі знаємо, як і для публіки донесемо. Регби возник одновременно вместе с футболом на одном поле, и это было очень-очень давно, Борис, не помнишь? Около 85-го, 1885-го примерно. Форма мяча осталась буквально такой же, как и имела в первоначальном виде. Раньше мячи сшивали вручную, делалось это из кожи, и мяч эволюционировал только вот в плане... В плані ткані, в плані матеріалу, да. Тобто, а форма, з самого початку м'яч був, да, саме форма, таким, а потім він став вже круглим. Совершенно верно. І плюс із-за того, що от он раніше шивався вручную, його носили в руках, ми, як би, мужчини крепкі, його здавлювали, да, от поэтому така форма і возникла. Раніше і в футбол можна було грати руками, по одним із первоначальних правил, поэтому така форма банально удобніше держати її в руках, і її легше виконати, ніж рівний крок. Зрозуміло. Наші кореспонденти відвідали вашу останню домашню гру. Давайте подивимося відео в нас, а потім про неї поговоримо. Ви виграли, це теж треба поговорити. Так, ну, власне, зараз ми подивилися фрагменти вашої останньої перемоги у цьому сезоні, яка і стала найбільш такою видовищною, та ви поставили там рекорд за рахунком у цьому сезоні. А чому така велика різниця у рівні команд? Ну, це трудно розсуждати на цьому. 45-5 рахунок був, так? Ні, 67-3, по-моєму. Примерно, да, 67 или 69. Не, 67-3 была игра, да, закончилась. Но могу сказать, что первую попытку мы занесли на 6-й минуте, а вторую на 14-й. То есть команда довольно-таки... Мы находили ключик к воротам очень долго. Тобто не все так просто было? Не все так просто. Счет, не, ну как сказать, счет есть счет. Если за одну спробу можно сразу 7 очков. Останню гру цими вихідними ви програли Олімпу, програли, як мені здається, із розгромним рахунком. Ні? Ні? Ні. Ми проіграли 21-3. Це не розгром. По нашим меркам дуже достойний счет. І, по-моєму, ні одна команда в Україні не може дати на хороший такий достойний бой Олімпу. Вони завжди більше заносять остальним противникам. Але Олімп щороку виграє. Щороку виграє чемпіонат, щороку вас обігрує. А ви гравали в Олімпу чи ні? Ну, скажем так, ми 2 роки не участвували, ага, в чемпіонаті Суперліги. Ми участвували в Восточно-Європейській лігі. Це перший наш сезон, нова команда довольно-таки. Я вважаю, що її дуже молода і перспективна ця команда. Будемо її далі так підтримувати, розвивати і ще більше підключати молодежі. Что касается последней игры нашей, то я считаю, не так уж и страшен этот счет 21-3, потому что первый матч нашего сезона мы сыграли гораздо хуже. А последний матч сезона мы сыграли, я считаю, что достойно.
Мы пропустили всего лишь две попытки. Они забили два штрафных и одну реалізацію. Тим не менше, три штрафних і одну реалізацію. Я веду до того, що існує велика різниця у рівні команд у чемпіонаті. Да, це да, так? Да, да. А ось чому такі прірви існують між командами? Скоріше, це пов'язано з реаліями нашої країни. Ні більше, ні менше. А не через те, що, наприклад, цей вид спорту, він настільки популярний, як той же ж футбол, там, баскетбол? Да, ви знаєте, в нашому обществі доволі багато людей, спортсменів, і любителів, і знающих, и все команды тренируются. По мере своих возможностей, которые есть у клубов, все тренируются, все отдаются этому делу на полную. Нельзя так сказать, что вот, они хуже играют, потому что они, их там мало, они не тренируются, их меньше вот в таком плане. Нет, это все зав'язано на матеріальній базі. Мені все ж таки цікаво, як людина обирає цей вид спорту. Ну, там майже кожен хлопчик, він там мріє грати у футбол. Це зрозуміло. Як вас так вийшло, що ви стали грати в регбі? Ви мріяли про це? Ви не дивилися фільмів? Як про це взагалі дізналися? Знаєте, наверное, у всіх по-разному. Лично моя історія связана з тим, що я приїхав, поступив в Одесу вчитися, теж всю життя до цього займався футболом. Ну, тут в університеті команда була така серйозна, і попасть в состав було тяжело. Мені тренер по фізкультурі або просто преподаватель предложив: "Пойди, попробуй". Там, говорить, береш м'яч, біжиш, все просто. Пришел, попробовал, понравилось. И вот как раз впервые познакомился с тренером Дмитрием Александровичем. Он меня подметил, говорит: давай, неплохо, приходи. Вот так все случается. Да, целенаправленно об этом не знал, не думал. Пришел, попробовал. Как известная поговорка: вене не девица. Пришел, увидел, победил. Вот продолжаем в том же духе. Борис, а вас? Ну, я на самом деле начинал еще не в Одессе, а у себя в родном городе. Но я крайне был не расположен к регби, потому что до этого занимался танцами, в музыкальной школе на скрипке играл. И один раз даже, когда тренер приходил к нам в школу, мы с товарищем не пошли. И вот на следующий год пошли попробовать, просто потому что стало интересно. И как-то это все так завязалось, закрутилось, что я даже когда выбирал вуз, куда поступать, одной из приоритетных строк стоял наличие команды в городе. Вот как-то так. До речі, ось регбісти, вони, як правило, такі кремезні хлопці. І я дуже здивувався, коли побачив вас, тому що ми з вами десь схожої комплекції. Це означає, що якщо я потренуюся, якщо в мене, звичайно, є хист до цього, я теж зможу грати у регбі. Звісно. А я не замалий для нього? Ні. На самом деле регбі такая многогранная игра, где может проявить себя каждый. Он может найти свою пользу в этой команде, ну, в любой команде, которую он будет представлять. Она очень насыщенная, интересная, динамическая. Там не нужно иметь размер, там нужно иметь хитрость, ловкость, скорость, силу, может быть, на которую он как бы и выглядит. То есть, но на самом деле, мне кажется, что прежде чем заняться этим видом спорта, нужно иметь одно основное – это характер. Это довольно-таки любой спорт – это труд, где нужно проявлять очень много усилий, и тогда будут только ну, какие-то результаты. Характер и правильную форму. В регби незвичайна форма. Вона дуже міцна, так? Ось, да. Ось так вона виглядає. Розкажіть, чому форма у регбі саме така? Ну, тобто вона має бути міцною, тому що багато контакту, чіпляються за футболку, наскільки я розумію. Да. А ще які особливості є? Вона обтягує. Да, вона должна обтягувати фігуру спортсмена, щоб тяжелее було завалити спортсмена на землю, щоб він, ну, дольше стояв на ногах, як більше дольше пройшов прямо. Ага, зрозуміло. А, ну, Харківський Олімп щороку перемагає. Ви така стабільна друга команда. Коли ви вже виграєте? Чому така друга стабільна команда? В цьому сезоні ми вторі. Ага. І наступного будете перші. І з шести команд довольно таки хороший результат. Якби в першому сезоні ми
зайняли сразу второе место. Это довольно-таки неплохо. Ну, и до цієї перерви теж займали другі місця, наскільки я знаю. Да, довгое время у нас постоянно было второе место, такое наше уже стабильное. Но мне кажется, что первоначально у нас есть спортсмены, которых мы пытаемся развить, ловкости, хитрости, силы. Нам не хватает поддержки болельщиков, поддержки, может, наверное, больше финансовой, чтобы смотивировать наших игроков, которые должны бы выступать за свой город. То есть, если появится мотивация, если появится болельщик, который нас будет поддерживать, все время будет с нами, то я думаю, что все у нас впереди. А є шанси на перемогу у чемпіонаті найближчому? Ну, ви знаєте, якщо не рахувати на перемогу, зачем же тоді взагалі участвувати? Ми бажаємо вам перемоги у чемпіонаті вже найближчим часом. Віримо у команду. Сподіваємося, що все більше і більше буде ходити гравців, вболівальників, подивитися на гравців команди «Кредо 1963». Бажаємо вам перемоги. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. Ми говорили про регбі, говорили про одеську регбійну команду 1963. Залишайтеся на першому. Після реклами у нас буде не менш цікавий гість. Лайв-шоу на першому знову в ефірі. До нас завітав актор, режисер, музикант, художній керівник театру «Маски-шоу» Георгій Делів. Вітаємо вас. Вітаємо в нашій вас. Студії. Нарешті ви добрий до нас вечір. Прийшли, і ми дуже раді вам. А чим наразі займаєтеся? Які постановки готуєте? Взагалі, чим зараз зайняті? Ну, много работы в театре. Я так не так часто сейчас в Одессе бываю, потому что много других проектов, предложений. То есть я играю и у Славы Полунина во многих его спектаклях. Вот сейчас опять предстоит поездка в Соединенные Штаты. Вот только вернулся из Японии недавно. Но основное мое место работы – это театр «Маски». Вот, поэтому вот так опять погружаюсь. Сейчас мы рассматриваем с Алексеем Агапьяном, с Борисом Барским несколько пьес. Вот, но это как бы приглашенные пьесы, то есть это не наши пьесы, потому что наш театр «Маски», он тем отличается, что это свой уникальный материал. В основном это пьесы Барского, это какие-то мои, допустим, идеи, какие-то... Георгий Голубенко нам подарил прекрасную пьесу «Одесский подкидыш». Мы вот как в свое время там Шекспир для своего театра писал, так Барский пишет, да, там Мольер для своего. Вот, но... Есть, конечно, несколько, скажем, вот «Дикари», там у нас спектакль Барского, или недавно Бата Недич поставил пьесу какого-то югославского классика. Недавно мы, ну, в этом году мы приняли такую пьесу Яна Юфита из Америки. Он написал стендап-мюзикл, такой новый жанр мы изобрели. И этот спектакль был поставлен в нашем театре Павлом Ивлюшкиным. Я просто не успевал уже ставить, и у меня были другие проекты. Вот, поэтому в этом году у нас вот две новые пьесы вышло, два новых спектакля. Но будем что-то на 2020 год, что-то новенькое выйдет обязательно, потому что уже наш театр, он так очень плотный, он как репертуарный театр. Мы уже из других театров приглашаем к себе, из мускомедии, из русского театра, из там «Деревни дураков». Ну, разные у нас актеры играют. Вот, это в плане театра. У меня сейчас есть съемочный проект один, я не хочу так далеко забегать вперед, но пока я не сделаю. То есть уже есть пилот, называется... Ваш проект. Да, ваш. Мой проект съемочный называется «Sex and Philosophy and Rock and Roll». Такое очень странное. Это кино? Это такое, как документальное кино, сериал документальный, но как бы он такой придуманный. Ну, не хочу раньше времени. Ну, сценарий вже є? Да, уже снят. Угу. У меня уже 5 епізодів снято. Нічого собі. Коли можемо чекати прем'єру? Я його знімаю для цифрових каналів, тобто куди-то буду віддавати на цифрове. Це не для телевізора, тому що там багато каких-то таких нестандартних речей. Вот. Там є якісь неполіткоректні речі, які там можуть смущати телеканали. Він явно не буде відповідати ні одному стандарту, ні одному формату. Ну, тобто, верні так, наоборот, ні один телеканал не відповідає моєму формату, тому він не пойде ні на екрани там, кінотеатрів, ні на телевізор.
телевидение. Але на Ютубі його можна буде знайти, так, зрештою, згодом? Ну, я думаю, згодом. На Ютубі теж. Коли? Потім. Зорієнтуйте хоча б трошечки, а хоча б приблизно. А коли я знайду цифрові канали, які... Mm. Тобто я зараз пропоную цей пілот, тобто якщо я знайду інвесторів і заінтересованих людей, я буду продовжувати вже на якесь... Тому що зараз поки я своїми силами, як продюсер, вкладаю свої средства, але я його хочу поставити на... Это, знаете, я вот всегда увлечен какими-то новыми. То есть для меня вот взять, попробовать, вот пройти, знаете, вот по белому снегу, вот где еще не ступала нога, вот мне хочется самому ножками пройти, а потом уже за мной начинают другие уже этой дорожкой идти. Вот это один из таких экспериментов. То есть до Нового года можем побачити? Ну, как, ну, я уже мне покажу. Мне конкретика потрібна. Ну, вам лично я могу показать. Вот, а могу друзьям показать. То есть он существует, он уже есть на флешках. Але треба його реалізувати кудись. Вот, но я его пока, ну, я боюсь его куда-то выкладывать, потому что это новое что-то. Чим, окрім театру та кіно, займаєтеся ще зараз? Чи ось цим обмежуєтеся? Ну, недавно были, немножко поиграли там с Delives Band, с группой в Одессе. Вот. Этот год мы весну, хорошо, и зиму, и весну, и прошлую осень мы хорошо гастролировали по Украине, проехали все города. Сейчас немножко там с рок-н-роллом, с Delives Band даем передышку. Вот. Хочу там какие-то... Ну, кстати, у меня этот Sex Philosophy and Rock'n'Roll, там музыка присутствует. То есть мой рок-н-ролл там... Но там все новые песни, но они плавно переходят в сюжеты. Пісні також ваші там. А? І пісні також ваші там. Да, да, пісні всі мої, круто. І слова, і музика. Є два тексти барського, то есть я взяв два барського, так, всі остальні мої тексти. І музика моя, і аранжировки в основному. Ну, аранжировки з музикантами делаем. Сейчас нові пісні теж накатали. Вот, исполняем. У меня в группе сейчас Катя, она приобретает, ну, вот моя супруга, которая поет, она уже больше не как бэк-вокалистка, как вокалистка, я больше для нее песни пишу, она как, ну, хочу так ее сольную карьеру немножко развивать. И, кстати, она в этом проекте тоже принимает участие. Там так принимает и продюсер своей дружины. Да. До речи, про Delives Band. Можно десь почути, как вы играете наживо? Чи это дуже складно? Ну, почему? Я ж даю живые концерты. Вот недавно был в Андерпабе концерт, и так, ну, полный зал был. Правда, мы уже в помещении были, и столики-то были все заняты, но помещение меньше, чем когда вот на улице мы выступаем. Вот, я не знаю, сейчас просто нет времени где-то до февраля. Уже все расписано. Вот, в феврале, наверное, опять начнем давать в каких-то клубах, в том числе и в Одессе. Але точної дати наступного концерту ще немає. Delives Band? Так. Нет. Поговорили про ваші нові проекти. Давайте трохи про старе поговоримо. Серіал «Маски». А, кстати, извините, ну, по поводу кино вы спросили. Сейчас в трех фильмах я снимаюсь, но, правда, это эпизодики. Я, конечно, там просил, мне очень понравился проект «Особливо брехливая история». Це знімається для ICTV. Ну, такий серіал 12-серійний, пригодницький серіал, там трошки смішний такий, десь там трошки сумний. В общем, я там граю русского царя. С меня начинается серіал, но і заканчивается. Інтрига там, все это есть, как приключения, там много моих друзей, актеров снимается. Трюки, вот недавно, у меня еще один съемочный день остался, там немного. Всего 3 дня у меня съемочных. И в этот день мне пришлось играть все трюки. Вызвали каскадера, дублера, одели, приклеили ему бороду, парик. Все это, костюм такой же ему пошили. Вот. А в итоге я там начал сниматься как крупные планы и уже так сыграл все эпизоды. И по деревьям лазил, и от медведя бегал, и стрелял из кремниевого ружья. И... Вот, Валерочка этот, рассказывал, что стадикам нацепили огромную такую камеру, я с ней бегал. Вот, потом покатали немножко в таком сундуке, куда мы попадаем с героем, отстреливались из этого сундука. Сундук этот там снес палатку, сундук этот был привязан к лошадям, эти лошади, как в этой упряжке, нас по лесу погоняли, мы там чуть не выпали из этого сундука. Вот, еще 2 фильма, ну... Тоже не буду забегать вперед, то есть есть такие небольшие роли. Але цікаві проекти. Мне вроде интересно, невеликий, да. Але цікаві. Я всегда соглашаюсь, то есть я читаю сценарий, я смотрю, кто режиссер, ну,
бывает такое, случается, что я отказываю. То есть, если мне не нравится, там деньги не играют роли, а ну, я не хочу сниматься. Ну, конечно, были такие в моей жизни ситуации, когда я согласился, потом я на съемочной площадке понимаю, что не стоило мне в это ввязываться. Я такой переборчивый человек, капризный. Ви спросили по поводу старих. Просто так, а коли ви востаннє по телевізору бачили, власне, серіал «Маски-шоу»? Буквально 3 дня назад, потому что сейчас мы с продюсером, с моим Алексеем Митрофановым, с которым мы начинали, мы с Юрой Володарским и с Алексеем Митрофановым начинали этот проект «Маски-шоу», и он сейчас выкладывает на YouTube старые серии, но тогда, в 91-м, 92-м, 93-м году, ну, вообще на авторские права никак не обращались внимания. Мы писали там рапортичку, заполняли. Если там были какие-то произведения, там, Пол Маккартни, Джон Леннон, там, Криденс или еще что-то, ну, как бы заполняешь и все. И этим все заканчивалось. И там Советский Союз, там, или уже СНГ не платили ничего. Ну, как-то так там фигурировали какие-то произведения, написанные не нашими композиторами. Вот, потом уже позднее, уже исключительно Костя Пинчковский, Эдуард Цесельский писали для нас. Саша Бербер музыку. Вот, но пришлось, и надо переозвучивать. То есть надо, потому что YouTube же блокирует это, и нельзя монетизацию включать. Я вот сейчас переозвучиваю, мы с Сергеем Гладковым сидим в студии, и причем вот ничего я смотрю, себе. Там «Маски на свадьбе» начали переозвучивать какие-то куски, которым были предъявлены претензии, а звук-то был слабенький тогда, в 92-м году. Ну, это вообще непонятно, что пришлось всю серию переозвучить. И вот так мы от серии к серии движемся. Я смотрю, вот как-то так. Какие-то вещи, конечно, меня очень смущают. Я так думаю, боже, какой я тогда наивный был. А что-то мне очень нравится. Я смотрю, столько энергии какой-то интересной. То есть, ну, так, с любопытством и с интересом возвращаюсь вот в те старые времена. А, тобто, ви сказали, зараз монетизації на Ютубі немає саме через ось ці проблеми з авторськими правами, так? Ну, так, да, там щось. Ну, займається Олексій Митрофанов, я на себе не беру. А там багато переглядів, там мільйони переглядів. Там реально дуже багато переглядів. Окей, і з цим зрозуміло. Давайте про сучасний гумор трохи поговоримо. Ви дивитесь сучасних гумористів якихось там, стендаперів, як зараз кажуть, як їх зараз називають? Я іноді буваю, я не так рідко, ну, як мені подобається стендап-комедія. Ну, звісно, так, я не можу сказати, що це краще, що, ну, мені дуже, ну, як із наших, там, 95-й квартал, звісно, вони лідери таких скетчей словесних. Вот. Мне нравится Comedy Club, этот, ну, как, ну, основной Comedy Club, смотрю охотно, ну, что еще из комедиантов. И нравится Лига Смеха, вот. Я даже был однажды там членом жюри, вот. Мне несколько раз предлагали быть, ну, постоянным членом жюри, как он называется, этот, учитель, педагог или... Да? Наставник, там наставник, наставник, да, и тренеры. Наставник. Но я реально просто понимаю, что я не смогу там регулярно присутствовать, то есть это надо находиться в стране, а я много времени нахожусь в других странах, поэтому я отказался. Хотя я бы с удовольствием сидел бы в кресле, получал бы удовольствие и, ну, с ними так участвовал, с молодыми. Назвали українські програми, а щось, може, з іноземних, щось таке, стендаперів якихось іноземних або чи вечірні шоу там, так, допустимо, подобається щось, дивитись щось? Значит, я же много общаюсь с моими коллегами, с клоунами, мимами, мировыми. Это такая категория комедиантов, которые не относятся к массовой культуре. Это особый такой жанр. Он очень популярен в Европе и в Соединенных Штатах. В Японии немножко они интересуются, то есть у них не особо... А на телебаченні його не дуже часто зустрінеш, у нас правильно? Вообще его нет. У нас, ну, я поэтому, ну, провожу... за кордоном є. Там очень популярно. То есть там такие театры, они работают, и они очень посещаемы. Это физический театр, такой театр, там, который включает в себя синтез всех жанров, и циркового в том числе. Это такие, они включают и психологию, и философию, и это очень смешные, провокационные театры. Ну, нечто подобное мы делаем в нашем театре, в Доме клоунов. То есть мы являемся, вот скажем, вот мы возили там Будапешт, «Маски в Кубе», да, это вот чисто такой единственный наш спектакль,
в жанре физического театра, там, или по-старому как пантомима. Там трюки, спецэффекты, там музыка, танцы, там песни, неожиданные какие-то пугающие моменты, взаимодействие со зрителем. Вот эти все атрибуты такого современного театра. Вот он там был, там Юджин Чаплин, вот мы таким образом с ним познакомились, он никогда нас не видел. Вот, ну, там ему рассказали, он посмотрел потом в Ютубе, нас нашел, и он говорит, ну, вот я как-то хочу с вами. Я говорю, ну, давайте, я его приглашу. Это сын Чарли Чаплина, это самый младший сын. Вот, он, ну, как, это бывший звукорежиссер, один из величайших звукорежиссеров, он писал самые выдающиеся альбомы самых выдающихся групп. То есть, вот, скажем, там Дэвид Боуи, да, какой у него самый такой, навскидку? Heroes, правильно? Это номер один. Вот он его писал. Круто. Там. Rolling Stones, Black and Blue. Это вот Юджин писал там. Майлз Дэвис, то есть все вот эти вот Эл Жиро, то есть все там крутейшие. Yes, Rush, там, ну, самые лучшие группы и вот самые лучшие альбомы, они писались у него в Швейцарии. И он, ну, этот, его студия уже превращена в музей. Он специалист клоунады номер один, он по всему миру ездит. І на нас в Одесу приїздить кожен. Ну, да, останні раза... дві гуморини, так? Он был, да, он три раза был у меня на Комедиаде. Вернее, он был на фестивале, на Комедиаде два раза был, и на фестивале уличных театров, который я проводил. Он член жюри, он специалист, но очень образованный, интеллектуальный и глубокий человек. Так вот, мы с ним познакомились и со многими благодаря «Маске в Кубе». Вот, который, кстати, у нас, допустим, в Украине мы делали тур. Ну, как-то так люди не очень. Люди больше любят, ну, какие-то вот со словами. Традиционный пьесы. Гумор. Угу. Да. Так вот, я общаюсь. У нас были, ну, все, скажем, лучшие, ну, короли клоунады. Лео Басси, он у нас был. Но это номер один. Он живет в Барселоне. 5 лет мы его пытались привезти, он даже там снял фильм, прислал такой подарок нам. Ну, это провокатор такой номер один, скажем, Джанго Эдвардса я боюсь привозить, потому что, ну, это панк-хиппи такой. Ось про те, що боїтеся, чи існує в гуморі цензура, чи може вона бути взагалі? Да, она цензура, она существує, цензура, она цензура про називається. Про що краще не говорити? А? Про що краще не говорити? Вопрос не в том, про що краще не говорити, а я. Як говорити? Угу. Ну, тут тобто про політику можна говорити, але є моменти, які дозволяти собі не можна, нет, ну, грубо кажучи, чи такого як? Такого нет. Знаєте, от буває в компанії, хтось розказує анекдот, і він там, там ніже пояса, да, юмор, ну, как і там він з нецензурними словами, но чоловік розказує дуже обаятельно, і це не викликає якогось відвращення, а це смішно, це кльово, класно. Буває, чоловік там розказує щось таке, ну, і не дуже якесь таке уж... совсем такое, а вот а как-то его не хочется слушать. Юмор, он такой, тут надо найти меру, кто как подает. Потом, смотрите, еще такой фактор, если человек смеется, то, значит, все отлично. Если человек не смеется, даже это будет касаться самых каких-то нейтральных тем, но если человеку не смешно, все, это обижает, это оскорбляет. Потому что в юморе всегда есть насилие, всегда есть противостояние, всегда есть какое-то, ну, унижение, да, если вот так называть простыми словами. Потому что это трагедия в юморе. Всегда кто-то падает, кто-то лишается чего-то. Особенно черный юмор. Там смерть, там угроза какая-то. Вот, поэтому надо просто иметь чувство юмора, чтобы иметь смелость над этим смеяться. Чтобы была эта тонкая грань. Вот. Угу. Грани никогда нигде не было. Ну, к сожалению, общество всегда имеет там какую-то степень ханжества своего, и люди имеют свою собственную степень ханжества. Насколько это позволяет, понимаете? Потому что это всегда человек, смеясь над кем-то, он смеется над собой. Он вот в этом персонаже, который он считает дурак, он видит себя, видит... Або что-то такое близкое до себя. Да, угу. Это всегда... Юмор, он разрушает. Он всегда вот разрушает какие-то стереотипы, какие-то, ну, такие закостенелые моменты. Он делает нас детьми.
Вот. Он наївен завжди. Одеський підкидько – один з найтаких вдаліших проєктів гумористичних останніх років. У нас є фрагмент телеверсії, тому що спочатку був спектакль у театрах, потім після вдалого сезону створили телеверсію. Так? Давайте подивимося зараз фрагмент. Ви ж самі не хотіли брати новорожденого, хотіли постарше кого-то. Вот. Ну, я думал, ему будет лет 18-20. Не, у нас таких нет. У нас в доме малютки до 4 лет. И вот я. А вам сколько? 51. Йо! А чё йо? Чё сразу йо? Вчера только исполнилось. А позавчера ещё 50 было. И что это вы там так задержались в доме малютки? А, так я сейчас объясню. Когда меня перевели из дома малютки в интернат, я сразу же попал в плохую компанию. Оттуда меня перевели в колонию для малолетних преступников. А сидел я свое, откинулся. Обратно в интернат меня не взяли по возрасту, а в дом малютки взяли. Работать истопником, ну, то есть кочегаром. Вышел я, это, значит, уголечку набрать и снова в плохую компанию попадаю. Ну, оттуда сами понимаете, куда. И вот так я туда-сюда, 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 хоть за углем не выходи. Ну, а так по мелочам 11 ходок набралось. Прикидывайте, 11 раз на нарах парился. Всего-то. Не понял. Ну как же, за 51 год всего лишь 11 раз парились. Это же практически ничего. Культурный человек в наши дни должен париться хотя бы раз в неделю. Типун тебе на язык! Важко було вжитися у роль такого кримінального елемента, чи ні? Ну, там була проблема другая. Ми ж грали спектакль довольно довго. Я коли задумав знімати кіно, а кіно має совершенно інші закони перевоплощення. Там камера, вона бачить дуже близько героя. Вот. Сцена, значить, герой должен долітати до останнього ряду. Знаєте, як в цьому анекдоті, коли режиссер говорит оператору-постановщику, говорит, идем, посмотрим артиста Пупкина в театр, я его хочу взять. Он говорит, не-не-не, говорит, в театр не пойду. Почему? Он говорит, да ну что ты, полтора часа общего плана я не выдержу. Вот. Надо такой правдивый анекдот, он смешной. И, скажем, вот та манера игры, которая у нас в театре, она уже сформировалась, то есть это уже как бы село в нас очень глубоко. Я понимал, что чтобы снимать это кино, нам надо всем, и мне в том числе, как разучиться вот, нести ту энергию и взять на себя другую энергию. Потому что ну, у всех у нас есть опыт работы и в кино, и в театре. И когда мы получаем там какую-то роль в кино с режиссером, идет работа, режиссер объясняет, здесь так, тут крупный план, тут мягенько, и ты заново, как начиная работать, ты работаешь как положено в кино. А здесь же уже привычка сложилась. И я так вот с Борей, с Наташей долго говорил, и как-то так они меня поняли, прониклись, и мы стали над этим работать. И я сделал первый съемочный день, то есть у нас было там освоение, было освоение по свету, по декорации. И мы репетировали вот одну, вторую сцену. То есть просто вот у нас была репетиция, на камеру снимали. Я потом смотрел на мониторе, говорю, нет, еще мягче, тут шепотом, тут тихо, тут вот. И в итоге мы как преодолели эту болезнь свою, и фильм получился очень естественным, очень таким вот деликатным. Более того, там играют другие актеры, там Витя Андриенко, Валера Чегляев и там и другие. И даже я смотрел, что они вдруг выглядят ну, намного вот так, как-то театральнее, гротескнее, да, чем мы. И я так говорю, не-не, ребята, чуть помягче. Видите, тут уже вот сложился такой стиль. Вот. В итоге фильм получился действительно киношным. Тем более он камерный. То есть поскольку это пьеса, там три персонажа. Естественно, я это расширил там около 10, там больше даже 15 героев. Вот. Там разные объекты, там Нью-Йорк даже есть реальный. Улицы города, разные комнаты. И
Но фильм камерный, то есть я как бы на другое не рассчитывал, я не пытался делать какое-то вот как там... Ну и театральная версия вдалася, и киношная. Да, хочется, они разные. Мало у нас часу залишилося, ага. На жаль, Георгію. Хочеться ось про що поговорити. Говорили про кіно, про театр, про все-все-все. Хочеться про вас. Ви останнім часом ходите із стрижкою під нуль, голомозом. І ми всі сумуємо за вашою шевелюрою, особливо такою рудою, коли ви фарбували волосся. Ми вирішили підібрати вам новий образ. Давайте подивимося. Давайте. Будемо дивитися. Так, це ви. Так. Зараз. О, як вам така зачіска? Ось такої зачіски у вас ще не було, здається. Ну, такої, дивіться, така була. Така була? Да. О, дивіться, дивіться, нова версія. Це не моє, не моє. Ось це, так, таке було. О, як вам таке? Афро. Теж подобається, так. Це зараз дуже модно, до речі. Яку обираєте? Последній, перший последній. О, мені теж подобається найбільше. Зараз у нас з вами однакові прически. Так, так. Да? У мене зачіска, як у Георгія Дрієва, що не може... У мене, на щастя, не така. Дякуємо, що завітали до нас. Дякую на жаль, вам. Закінчується у нас час. Сподіваємося, що ще завітаєте до нас, і ми продовжимо і поспілкуємося іще. Георгій Дрієв був нашим гостем. Залишайтеся на Першому міському. Після реклами у нас будуть музичні гості. Господа, это налет! Здрасте, люди, тихоша, говорю вам не спеша, доставайте все, что есть в кармане. Для визита есть причины, здесь справляют аманины, курсон у нас гаврик на фонтане. Для визита есть причины, здесь справляют аманины, курсон у нас гаврик на фонтане. Боня, посмотри трудой, вот он фраер с бородой, там в кармане точно деньги есть. А чтобы были мне здоровы, ваш плечак как будто новый, для меня носить же будет честь. А что вы были мне здоровы, ваш плечак как будто новый, для меня носить же будет честь. Господа и дамы, попрошу спокойно, это не налет и не погром. Мы вам предлагаем отнестись достойно, мы последние не заберем. Предлагаем отнестись достойно, мы последнее не заберем. Здрасте, леди, как дела? Деньги в уши, ерунда, строить глазки даже не пытайтесь. Нарвало, налейте в рюмку, что вцепились в эту сумку, а давайте, леди, не стесняйтесь. Карвалол, налейте в рюмку, что вцепились в эту сумку, а давайте, леди, не стесняйтесь. Гражданин, шо почем, шо за морда кирпичом, вы как будто траванули с рыбой. Не сочтите, шо я кам, денег направят куда, да не надо говорить спасибо. Не сочтите, шо я кам, денег направят куда, да не надо говорить спасибо. Попрошу спокойно, это не налет и не погром. Мы вам предлагаем отнестись достойно, мы последнее не заберем. Мы вам предлагаем отнестись достойно, мы последнее не заберем. Здравствуйте, леди, как дела? Деньги ваши ерунда, строить глазки даже не пытайтесь. Карвалол, налейте в рюмку, что сцепились в эту сумку, а давайте, леди, не стесняйтесь. Карвалол, налейте в рюмку, что сцепились в эту сумку, а давайте, леди, не стесняйтесь. Леди, вы прекрасны очень, я добился, между прочим, вас обидеть вовсе не желаю. Боже мой, обращусь к вам по-дурацки, снять позвольте ваши взятки, я их на приводе затолкаю. Обращусь к вам по-дурацки, снять позвольте ваши взятки, я их на приводе затолкаю. Господа и дамы, попрошу спокойно, это не налет и не погром. Мы вам предлагаем отнестись достойно, мы последнее не заберем. Мы вам предлагаем отнестись достойно, мы последнее не заберем. А мы вам предлагаем отнестись достойно. Мы последние не заберем. Театр одеського колориту, наші люди в
гостях лайв-шоу. Ми з Вадиком майже не віддали наші цяцьки, але все ж таки не віддали. Дякуємо вам за це. Круті, круто граєте, дійсно дуже колоритні. Коли зібралися хлопці, розповідайте. Ну, як я... давно вже граєте разом? Ну, якщо чесно, я навіть не знаю, хто коли прийшов сюди в колектив. Взагалі вся ідея прийшла нам десь в 2014 році. В 2015-м, наверное, да, мы так начали уже за бабки работать. Ну, это сначала была действительно идея такая просто, ну, как на добровольных началах. Ходили по городу, такие переодеты. Моня себе усики клеил, мы там на карете катались. Короче, кайфовали, скажем так, пели одесские песни. Потом нам первый раз заплатили, я понял, что на это можно даже зарабатывать. Ну, вот, не знаю, вот Листовский к нам пришел тоже очень давно, наверное, с самого начала коллектива. Тобто 15-й, 16-й рік? 15-й, мабуть, где-то. Сколько ти з нами вже? Сколько ми тебе вже терпимо? 3-4 роки точно. Тобто на початку навіть не розраховували, що от все це закінчиться, виліться ось в такий колектив професійний, який буде виступати. Так, я не задумувався, чесно, об этом для начала. Ну, взагалі не задумувався. Тобто, навіть і планів не було таких. Ми просто кайфували. Вот, когда я с Моней познакомился, то есть у нас вообще дуэт такой неплохой получился. У нас есть Папандопола, который действительно дополняет. Ну, тут он полненький Папандопола. В детстве коклюшем переболел, его разнесло 30 годам. Теперь он такие... Еще есть главная информация, это главный нас споитель, да? Да. Гостей, когда гостей встречаешь. Да, у нас знаешь, театр. Я же всегда, говорю, мы же позиционируем себя как театр одесского колорита. То есть обычно группа, знаешь, то есть, ну, вышли, спели, бам-бам-бам, знаешь, вот это отстрелили. На концерте это одно. А вот, допустим, если еще кайфануть с публикой и публику окунуть в эту атмосферу вместе с нами. Ну, Папандопола действительно у нас он ответственный за то, чтобы спаивать публику перед нашими выступлениями. Так, вас наразі в нас студії шестеро, але вас десятеро. Набагато да. Більше. Є ще акторський состав, так. І ось Папандопола. Я пробачаюся. Папандопола представник, так, акторського складу гурту. Да. Ось розкажіть про це. Коли прийшла ідея не тільки грати, а ще щось показувати. Ні, що саме показуєте? Да, я вам скажу таке, що взагалі спочатку прийшла ідея просто грати, ага. а потім прийшла ідея зробити це все музикально, тому що, то есть, ми перше вообще, тобто шо... спочатку з'явився театр, потім вже музика. А клички, клички коли з'явилися у всіх? Клички у всіх. А это ми дійдемо до клички. Це найцікавіше. Господа, знаєте, во-первых, нас вдохновив сильно выход фильма «Мишка Япончик» «Однажды в Одессе». Вот, ну, посмотрев это кино, действительно кайфанули от него. И думаю, слушай, действительно, так колоритно. Одесса уже вроде как не та, все говорят, тычут пальцами. Вот это шо Одесса, шо я. А вот мы и показываем теперь, шо Одесса. Мы еще попозже вам таки расскажем, что мы еще творим в городе. Да. И этот... Кстати, если нас будут смотреть милиция, чтобы не ляпнуть лишнего, да? Да. Друзья, и мы сделали первый шоу «Налет», я не помню, какой это год был, по-моему, даже это был 15-й год, и мы сделали «Налет» на Приморском бульваре, тогда еще, по-моему, был это «Дворец моряков», и мы сделали шоу «Налет», то есть японец, кстати, тогда еще не было у нас мини-мони, был другой японец у нас, и мы сделали вот такой грандиозный «Налет», скажем, такой вооруженный, жены, на каретах подъехали. Реально это все было на добровольных началах. Мы свои бабки даже вложили в то, чтобы вот это все сделать. И я вам скажу, таки получилось очень, как я это называю, круто. Вкусно получилось, знаешь. Мне понравилось эта идея. Про клички давайте. Мини-моня, Папандопола. Мини-моня, перестань так вот чуть-чуть. Мы хороший дуэт, просто красиво. Знаешь, есть япончики в Одессе большие, есть япончики маленькие. Нам маленький достался, мы его просто на Алиэкспресс заказали, нам бракованный прислали. Папандопола теж зрозуміло чому. Ізі майорчик. Ну, майорчик, вот когда мы были недавно в Золотом Руно, да, по-моему, выступали, и ко мне подошел такой человек, такой борзый, знаешь, с такой рожей, как у меня, знаешь, и так с такой улыбкой, как у него. Подходит такой, говорит, слышишь, а что ты майорчик, это, ты что, мем там, знаешь, я такой говорю, не, просто с детства таки прилипло, господа, знаешь, посмотрите на мою морду, она же это, ну она же не майорская, да, ну прилипло вот так вот, ее вот называют майорчик, то есть все-таки псевдоним взял я себе, как из кинофильма «Мишка Япончик», а
А ну теперь даже мама меня так называет, знаешь. Меня же по паспорту Володя зовут. А мама Изя называет? Да, мама говорит: Изя, вставай на работу, пора, деньги надо. Вы готуете клип, уже готовый? Снятый он уже, да, он уже отснятый. Премьера цього місяця, у жовтні. Я, да, планирую в конце октября, и мы сделаем такой грандиозный концерт. Я его буду анонсировать, я не знаю, где мы его будем делать еще, ну, то есть оно все в процессе. Я хочу грандиозный концерт, я всех приглашаю, вас тоже, кстати, если я вас там не увижу, я обижусь. Мы будем... А вы застрелите? Да. Мы будем исследовать. Потребно залишити вдома. Друзья, мы там будем на самом деле и пить, и гулять, и кушать. Это будет вообще такой одесский такой фестиваль, потому что я действительно очень давно хотел, ну, клип профессиональный такой, именно киноклип, как я это называю, и, знаешь, так, чтобы и не переиграть, и не недоиграть, то есть там действительно мы вложили много сил. И просвячення Мішки Япончику. Да, посвящаю, вот мы, кстати, сегодня стартанули с песни «Налетная», это наша авторская песня, опять же посвящали ее Мишке Японцеву, то есть, ну, такой налетчик, как он нам прилип из литературы, да, прилип, что он все-таки такой одесский Робин Гуд, да, вот, ну, и мы его так позиционировали. Будем уже копаться по истории, кто он был на самом деле, бандит или все-таки Робин Гуд. Ну, так вот прилипла романтика, так как мы ему посвятили эту песню. И такую, а ще перший альбом виходит цього місяця, да, так? Да, все разом. Кліп, грандіозний концерт, так, альбом. Да. У нас просто в один день нам... Нам в один день завалило неплохо с деньгами, да, мы сразу заплатили за студию, мы сразу заплатили за клип. И альбом выходит в процессе, работает уже две песни готовые, то есть, ну, я их пока еще никуда не выкидываю, стараемся таки держать. И все песни ваши авторские? Нет, нет, ну авторские, вот как раз первый альбом, у нас будет там две авторские песни, а 8 песен будет в нем народные, да, «Лимончики», «Хаванагила». Вы подготовили другую песню для нас, для эфира сегодняшнего, да. Как она называется? Она называется «Что я с этого буду иметь», это моя любимая песня. Давай мы готовы слушать. Да. Тогда давайте пока господа вешают себе этот, я начну эту песню со своего любимого одесского стихотворения. Давайте. В Одессе все люди знакомятся сразу. В Одессе умеют смеяться и петь. Но самая модная в городе фраза: «А что ж я с этого буду иметь?» Поехали! Знакомятся сразу, в Одессе умеют смеяться и петь. Но самая модная в городе фраза: «А что ж я с этого буду иметь?» Но самая модная в городе фраза: «А что ж я с этого буду иметь?» Как выйти к вокзалу? Ну что ж тебе стоит? Возьми и ответь. Ну он посмотрел и спросил меня тоже: «А что ж я с этого буду иметь?» Ну он посмотрел и спросил меня тоже: «А что ж я с этого буду иметь?» На свет одессита рожает, а он не успел еще свет оглядеть. Пеленка лежит и проблемы решает, а что ж я с этого буду иметь? Пеленка лежит и проблемы решает, а что ж я с этого буду иметь? Ну и последний куплет, ну, с вашего позволения, таки закончу также потрясающим одесским стихотворением, немножко сентиментальным. Таков одессит, подменить и не пробуй. И если придется ему, то ну не дай бог умереть. Изя, я тебя умоляю, оставь свои слезы. А он скажет маме: «Опускание гроба, а что ж я с этого буду иметь?»
українського колориту «Наші люди» співав для нас. Дякуємо, що завітали. Дякуємо. Бажаємо вам успіхів вашому колективу. Це було лайв-шоу на першому. Дивіться нас щопонеділка о 19:30. Побачимось. Па-па!